хранении, перевозке и сбыте контрафактного алкоголя подозреваются трое жителей Чувашии. Их деятельность пресекли правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили против 47-летнего безработного мужчины, 39-летней сотрудницы одной из страховых компаний и 48-летнего водителя маршрутного такси. По версии следствия, с ноября 2012 по октябрь прошлого года в городе Новочебоксарске 47-летний подозреваемый наладил поставки из города Москвы спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, и для последующего ее сбыта передавал своим сообщникам, которые, в свою очередь, реализовывали этот алкоголь местным жителям по цене 60-75 рублей за пол-литра под видом качественной ликер-водочной продукции, в том числе водки, коньяка и виски. В ходе обыска в квартирах и гаражах подозреваемых обнаружено около 150 ящиков с бутылками. Их содержание направлено на экспертизу. Ведется следствие.